Теперь в городском округе Щелково привиться от COVID-19 могут и жители старше 60 лет. Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин совместно с заместителем председателя Совета депутатов Героем России Анатолием Андроновым и депутатом фракции «Единая Россия» Дмитрием Васиным посетил поликлинику на улице Фрунзе, чтобы проверить, как проходит масштабная вакцинация населения. В Подмосковье привито уже больше 17 тысяч человек. Уже с этого понедельника началась вакцинация 60+. Дальше этот процесс будет возрастать и в объеме. Вакцинация проводится добровольно и абсолютно бесплатно при наличии полиса обязательного медицинского страхования. Вакцина противопоказана беременным, кормящим матерям, аллергикам, а также людям с острыми инфекционными и хроническими заболеваниями. Наличие антител не является противопоказанием. Препарат вводится человеку дважды. Между уколами делается промежуток в 3 недели. Вакцина сейчас такая же, как и была, гамковид-вак. То есть она не менялась. Поступили новые рекомендации от производителей, это официальная исправленная инструкция. Теперь есть возможность прививаться всем, даже без наличия анализа крови на ИФА. Желающим сделать прививку от COVID-19 нельзя употреблять алкоголь за 3 дня до и 3 дня после процедуры. Также в течение этого времени рекомендуется отказаться от каких-либо физических упражнений и похода в баню. Перед тем, как сделать прививку, необходимо пройти обязательный осмотр у врача. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.